Всем здравствуйте! Здравствуйте! Мы решили для вас записать видео о новом средстве, которое решит, я думаю, одну из самых главных женских проблем. Это наши ресницы. Да, это точно. Скоро лето, и мы все хотим выглядеть хорошо, естественно, красиво, не красить при этом. Главное, чтобы не наращивать ресницы, это безумно неудобно. Это неестественно, это некрасиво. У меня был опыт наращивания ресниц, и, к сожалению, это было ужасно, потому что ты лишаешься своих ресниц в итоге. Да, и ты не можешь даже спать лицом в подушку, ты просыпаешься, ты все время об этом думаешь по ночам и вообще. И постоянно нужно ходить на коррекцию ресниц. Поэтому это очень неудобно, и мы решили попробовать новое средство. Да, мы заказали его на сайте cosmetico.com.ua. Называется оно Diva Lash Booster. Это средство для сыворотка для роста ресниц и бровей. Его нужно наносить вдоль ресниц, как подводку. Ежедневно, желательно. Да, регулярно. Вот, да, регулярно. Ну, для того, чтобы был действительно какой-то результат. Вот, поэтому... И мы начнем вместе, да, сегодня начнем, да. Пользоваться этим средством и посмотрим, что будет с нашими ресницами. И, кстати, можно снять крупным планом наши ресницы, чтобы потом, да, можно было понять, какой результат. Так, увидеть разницу. Да, увидеть разницу. Вы можете увидеть мои ресницы перед нанесением этого средства. И на них сейчас нанесена тушь, и посмотрим, что с ними будет через несколько месяцев. А вот мои ресницы, сейчас тоже на них тушь. Очень надеюсь, что через несколько месяцев я получу очень хороший результат. Ну что, начинаем использовать это средство? До скорой встречи! Да, ставьте лайки! До встречи! До встречи!